речи буду и повем дело Господне. Печальми обременями, надежду спасения тебе влучивши, умильно взываем. Морям, иди в горне сочане во град Иуду, и в ниде в дом Захарин, и целовали и совет. И возобили глазами вечи, как эти месяцы, и возвратися в дом свой. Пресвятая Исцелиться от болезни, от страстей человеческих и унести.
услышит молитва Божьей Матери по благоселию Владыки, и на благодать молится о нас, и молится, и просит Царицы Неба и Земли, Сына Своего Бога, чтобы Он испослал бы Свою милость, чтобы преклонил небо к земле, чтобы мы стали чище и добрее, и чтобы каждый из нас стал носителем святости, плоти и смирения, чтобы каждый из нас продолжил выражать в жизни своей добродетель, которая исполнила на земле в храме Иерусалимском Царица Небесная и Царица Земная. И пусть благословение будет чистое, поможет всем нам осознать, что мы не одиноки в этой жизни. С нами Господь, с нами Божья Мать, с нами святые угодники Божии, с нами любовь Господа нашего Иисуса Христа, который разбивает огромные человеческие грехи и помогает каждому из нас ощутить присутствие Господа, который сказал: «Я с вами во все дни до скончания».